В выборах президента Российской Федерации участвовал и глава города Рассказово Алексей Колмаков. Свой выбор он сделал на избирательном участке под номером 553, который находится в здании администрации. В 10 часов Алексей Николаевич прибыл на место голосования. Простояв в очереди, как и все, он предъявил паспорт, получил избирательный бюллетень, после чего направился с ним в кабинку для голосования. Вернувшись, глава опустил его в комплекс обработки избирательных бюллетеней. Для меня, во-первых, выборы – это праздник. И праздник, по-моему, сегодня удался. На всех участках, посмотрите, сколько сделано работы. То есть мы заменили окна, двери, где-то стены привели в порядок. Поставили общепит. Будут выступать у нас коллективы. Пенсионный фонд сделал специалиста, посадил, который будет отслеживать те или иные вопросы, которые связаны с пенсионным фондом. Врачи будут брать кровь и обследовать нашего пожилого поколения. И в сумме, вот это вот все в сумме, чистые флаги. Хорошее настроение. Это же все передается. Передается нам, передается вам, передается всем жителям нашего города. И то же самое для меня. Это праздник, который будет весь день. Также Алексей Колмаков принял участие в рейтинговом голосовании по федеральной программе формирования комфортной городской среды, выбрав наиболее важные, по его мнению, места, подлежащие благоустройству в нынешнем году. Николай Теплов, Александр Прокудин, Новости ТВ рассказывал.